Привет! Добрый вечер, добрый день, доброе утро. Как получится? Да, я сегодня сбросила... Сколько я тебе сказала? 200 грамм. 200 грамм? Нет, 300, ты 300 сказала. Грамм. В общем, я вернулась к самой... Не исходной, самой низшей точке достижения в этом проекте. Что я несу? У меня есть такая сумка, на которой написано «Что я несу?». Вот, примерно так. А что у тебя? У меня ушло 200 грамм. Вы представляете? Я пришла на новый рекорд. Мне осталось как бы 1,5 килограмма до моей мечты. И 4 дня. И 4 дня. Нереалибл. Наверное. Ну, почти. Целимся до Луны, прыгаем через забор, и все замечательно. Да, да. Бася голодная, пальчики кушает. Очень вкусные пальчики. Сами-то едят хозяева, а животных, вот, животных-то не кормят. Лапку пососет пальчик. Самое популярное блюдо среди Баси. Да, малышки. Пальчики. Вот такие у нас новости. А я уже наснимала видео, которые вы посмотрите, когда я буду на конференции. А я еще не наснимала, а должна наснимать, потому что мама заберет камеру с собой. Да. И фиг я что наснимаю. Вот. Поэтому... Будет фиг вам. Да, поэтому мне нужно еще наснимать кучу видео, чтобы на следующей неделе вы не остались совсем без видео. А то ведь может. Нет, не может такого. Мы сегодня опять ели арбуз. И что? Ну, потому что вот не ели вчера и позавчера, у меня все, видишь, улучшение произошло. Завтра, наверное, опять будет тоска. Да ладно, ты потом по этой Европе походишь, походишь, и все. Вся надежда на эту голодную, ободранную Европу. Я не об этом имела в виду, пешком будешь много ходить. Юмористка! Ах ты! Петросянка. Я не хочу быть Петросянкой. Задорно. Задорно. Вот так вот. Ну, вот такие мы задорные. Вот так вот. Мы когда сели, я говорю, я не знаю, что сегодня говорить. На самом деле, потому что одно и то же каждый день из пустого в порожнее. Я вам сейчас расскажу, типа, ну, не анекдот, а просто веселое такое... выражение, что ли, которое мама мне показала позавчера. Я очень долго смеялась. Одно я выложила ВКонтакте, вы можете посмотреть. Мама выложила сегодня тоже какое-то уморительное в Одноклассниках. Да я везде, во всех соцсетях выложила, ну, кроме Инстаграма. И, в общем, еще одно. Я просто очень смеялась. Это, наверное, относится ко всем блогерам, ко всем вообще в интернете. Там так это все начинается. Мои фанаты... очень часто задают мне вопрос. Кто ты? Вообще. И откуда мы тебя знаем? Я когда это прочитала, мне было очень смешно. Ты вообще сидим, рассказываем, кому рассказываем, что рассказываем. Кто-нибудь попадет на наше видео, не из подписчиков. Ты вообще кто? О чем ты и с кем ты разговариваешь? Мне очень было смешно. В общем, это, наверное, все на сегодня. Да. Бася у нас продолжает заниматься поеданием вкусностей. Арахисовые пальчики. Это если вы смотрели, друзья. Арахисовые пальчики. Я пойду сейчас снимать новое видео на счастливый вторник. Заходите, буду рада вас увидеть. И до завтра. Да. Мы вас... Мы же каждый день... сидим вот так, лясы точим. Да. Мы вас очень любим, обнимаем. Очень любим. Крепко. И целуем.